Дальше, значит, это Мускобилов, уже на пенсии, бывший завлаб и кандидат наук, мой друг, старинный друг. Сад мой курировал все эти годы. А это гость он привез, очередной молодой человек. Вот, кажется, с Алтая, кажется, с Барнаула. Вот. И главное, что хочу сказать, сколько он мне привозил молодежи. Вот. Он видел разницу огромную. В научных садах, вот он в сибирских садах, во всех побывал, научных, во всех этих самых научных учреждениях, видя огромную разницу, он говорил так: «Константинович, я привезу вот звонок, поучи его, может это, сдружится, может быть, с сыном своим дружится». Вот. И так каждый год привозил, вот, и они все смотрели. Но ни один не заразился, а жалко. Вот. Один был особый случай, не этот парень, а двумя парнями раньше. Вот. Самый страшный, самый был рассвет. У меня такие груши были. Он их пробовал, пробовал, пробовал. А это что, среднерусская? Кусенева, а это Лада. Лада, среднерусская. Это, ну, это как автомобиль Жигуль, они в каждой деревне есть. Да, нет, не так. Должны быть. Вот. Вот. Потом этот самый, ну, бывали покруче. Конечно, где им взять, допустим, гигант Подмосковья? Все начиналось, как всегда, с одной веточки. И в этой нет его, в этих самых, в Википедиях. Ну, тогда получается, очередь уже должна быть за этим, за сладкими вот такими грушами. Но ее как-то нет. А нарядная фима, а это, золотая медаль Парижа. А этот самый, лесная красавица, ну вообще уже запредельный вкус. В магазинах ни разу не встречал такой вкус. Вот. Там еще конференция есть, более-менее, но все равно наша вкуснее. Вот. И тот парень что сказал? Тот парень сказал, уезжая. Он был, как бы сказать, не то что потрясен, он молчал вот все эти несколько часов, что мы провели в саду. Вот. Доскобило мне даст соврать. Молчал, молчал и говорит: «Вы знаете, я занимался грушей». Вот это вот записать бы где-то фразу. Растерянный голос. Не этот парень, другой. Я занимался грушами. Я о таких грушах даже названия не слышал. Тут до меня дошло. А, да это же эти, алтайские-то, которые красивые. Знаете, понаделали алтайских груш. Наверняка он с ними-то и был. И на этом уже и как началось, так селекция закончилась. Алтайские груши, ну, не красивые, но не вкусные. Вот сварог, это среди них почти шедевр. А ну, у меня на последнем месте. Видите как? То есть совсем другой мир. Там все еще пытаются эти запорожцы улучшать. Знаете, что такое запорожец? Я на нем ездил. То я его, он меня везет, то я его толкаю. Вот. Страшное дело, как вспомнить, вот. Сколько нервов намотал. А они урожайные, эти алтайские сорта, урожайные. Вот. Сварог пришлось спиливать, два лучших дерева спилил, потому что огромный урожай. Ну, дайте урожай поменьше. Ну, может быть, послаще будет. Молодежь вкусная. Вот. Но он лучший из этой серии, чтобы тот парень занимался. А про лесную красавицу не слышал, про нарядную фиму не слышал. Вот. Память Яковлева, осенняя Яковлева, сама сладость. Но это же отечественная сорта. Отечественная, это наши. Как так? Почему их нельзя в Сибири разводить? Да посади ты их на уссурийскую грушу. 10 градусов прибавка в морозостойкости. А? И вот он пытался, сколько привозил молодежи. И все на этом. Первый, последний раз. А я и пишу, смотрите, видели? Где он этот телесарий взял? Черт его знает. Вот, и у меня уже сил нету сказать: «Дмитрий, чеми совесть, вот, видишь, веточка торчит, вот она». Вот. Натрешь мне эту веточку, я у себя выращу это. Ну чудо, ну посмотри, пусть не крупный. Ну чудо же. А я ее не просил. Кто мне вчера звонил? Сейчас. Кто-то мне вчера из вас черную черешню. О, а, вспомнил кто, но это самое. О,
Ладно, это грустный разговор, человек тяжело болен. И, Константинович, я тебе черешню, значит, черную, лучше сорганизую. Вот, пришлю черенки, пришлю это самое. Только ради бога, занимайся. Нет, вообще не могу. Видите, что я написал? А мы все молодеем. А что, Елена Александрович, как баллада одна и останется? А второй мою ученицу, Юлию Матвееву, уже какой-то омский университет себе с руками оторвал. Она же в Омске кончала сельхоз чего-то. Оттуда приехала ко мне на производственную практику. Вот. Еще один наш. Вот это вот я в прошлом году вам разослал. В этом году ни черта нету. Засуха была такая дикая, что ничего не растет. Вообще ничего. Владимир Александрович Тоторов. Один из волшебников. Вот таких и надо брать в институт. Чтобы он не тут, значит, что вырастил, то продал, на этом и жить. Вот. Это все можно тысячекратно сделать так, чтобы, скажем, в саду будет. Его опыт, его знания, его руки волшебные. Подхожу на рынке, вот как раз в 2021 году. Подхожу на рынке осенью. Роскошнейшие вот такие сливы. Венгерки, это глаз не оторвать. Это вот стоят ведра, коробки с венгерками. И саженцы. Ну, правильно же, осень, сентябрь. Вот, Константинович, вот стою полдня, два саженца продал. Единственный случай, может быть, на всю Сибирь, где человек сам выращивает, сам продает и плоды, и саженцы. Он почти один такой остался. Представляете? Ну кто второй? Стоим на рынке, он говорит, вот эти, говорит, с Узбекистана привезли, показывают пальцем туда. Они же на рынке все знают. А эти, говорит, с Крыма привезли. Я подскажу крымчанам, говорю, а откуда у вас саженцы? Мы вырастили в Калах. А Калах – это 10 километров от города, Саяногорска. Я говорю, там, как, откуда у вас черешня, откуда у вас персики? В Калах же минус 40 с лишним. Ну, мы там доращиваем. Ну, то есть поняли. Привезли, прикопали и все, и на продажу. Вот так вот. Вот наши эти. Вы понимаете, у него в руках миллионы, если не долларов, то десятки миллионов рублей. Вот сейчас он держит. Это уже прошло через него, через его адаптацию, через его это. Это уже, ну как сказать-то, боже, я уже не знаю, как говорить. Как еще убеждать? Да что же это творится на свете-то? И опять ни к нему очередь не будет, ни к Чернобаеву, ни ко мне, ни к моему сыну, ни к этому, никому. А Бондара уже на свете нет.